что вы там ковыряетесь? Да идем уже! Андвари не любит, когда берут его вещи. Мне наплевать. Я ему так не скажу. Чаще, только скажи. Андвари говорит, тот гном был из его команды и погиб из-за его ошибок. Он грустный. Кого волнует печаль? Он говорит не спускаться туда. Сын, хватит слушать кольцо. Ему нельзя доверять. У
Вудланд! Темные! Гузьгей, Бадамина! Тебя стреляют! Заткни ты это кольцо. А как заткнуть?
Сын, сюда. Слушаюсь. Это еще одна карта. И бродяга, приготовься. Душеед. Откуда тут вообще душеед? Почему твоя вина? Сын, не слушай. Его трудно не слушать. Yeah!
Говорит, сундук связан с цепью ловушек. Не вижу ловушек. А он вот уверен. Сложно.
мастерская вон там. Знаю, знаю, нельзя доверять кольцу. Сын. Отец, послушай, Андвари натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую и жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами.
Смотри. Слушаюсь. Поговорим с синим. Ты правда неплох. Андвари говорит спасибо. Вы нашли молот? Или были заняты перетряхиванием всех закоулков? Вот, молот твоего алхимика. А дух его меня уже достал. Ха, Андвари всегда был занозой в жопе. Но алхимик от богов. Давайте сюда, я его расплавлю. Что? Ты расплавишь своего друга? Запертая душа сделает то, что я вам мастерю, еще мощнее. Не хотите, что ли? Отец, так нельзя! Вот, подержи. Он правда очень полезный, честно. Ладно, если он и правда будет полезен. Парнишка-то мямля, а? А ничего, перерастет. Брок! Ну, что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам разбереть клеймо ровно посерьезно. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Внимашек? Отвали. Прости. Ну, удачи.
Если я бог, наверняка могу летать. Нет, нет! Богам тоже нельзя сходить с тропы, поверь мне. Мимир, ты вроде как знаешь Брока и Синдри. А, братья Хульдры, кто ж их не знает. Они всем известны. То есть, печально известны. Они создали Мьёльнир, великий молот Тора. Самое страшное оружие асов. Проклятие великанов. Они сделали молот Тора? Я думал, они против асов. Ну, сейчас-то да. Но это было давно. Они зарабатывали себе репутацию. Хотя в тот раз перестарались, я так считаю.
часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Сюда. Иду. Я же говорил, нам нужен ключ. Говорят, вы с Броком как бы знамениты. Ну, отчасти ты прав. А что говорят? Вы сделали молот Тора. О, да, точно. Мьёльнир нас прославил. Славное было время. И боги, и короли знали наше клеймо. Сын? Я рядом.
уничтожена. Даже если подняться тут наверх, следующую площадку разрушил дракон. Ты забыл? Сюда, пошли! Просто! Кто это написал?
Атрей, ко мне. Ugh.